Лучших сотрудников одного из старейших заводов Самары наградили сегодня в честь юбилея предприятия. 105 лет назад, в 1912 году, на старом кирпичном заводе были введены в эксплуатацию первые цеха. А сегодня здесь производят керамический кирпич не только для Самарской области, но и для всей России. В день вашего юбилея, год вашего юбилея, хочу пожелать вам наращивать мощности, не забывать, конечно, о людях простых, чтобы они получали достойную хорошую зарплату, чтобы было настроение приходить на работу, работать с полной отдачей, ну и чтобы ваша продукция, она пользовалась все большим спросом. Комбинат керамических материалов ежегодно наращивает темпы производства, модернизирует оборудование и даже в непростые времена удерживается на плаву. Именно таким предприятиям необходимо оказывать всестороннюю поддержку со стороны властей. Коллектив очень слаженный, высокопрофессиональный, с династиями, с преемственностью, поэтому сегодня, на мой взгляд, отдают предприятию возможность развиваться, выживать в сегодняшних непростых условиях и видеть светлое будущее. Кроме поддержки непосредственно самого завода, самарские власти помнят и о нуждах людей, которые здесь трудятся. На заводском шоссе, где расположен завод, уже идет реконструкция дорожного полотна, чтобы добираться до работы, сотрудники могли с комфортом. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.